рвануло знатно. Держимся рядом. Вперед! Веди нас! Есть, сэр! Впереди гражданские! Не стрелять! Вы в порядке, сэр? Уходите в укрытие! Уходите с улицы! Укрывайтесь в домах! Такие все контуженные! Влево, по лестнице! Бедолаги! Слышишь? Что-то приближается. Что-то большое. Приземляется. Десант. О, нет. Оно пошел нафиг. О, хороший ему нож в затылок. Роботы. Опять роботы, как в Black Ops 3. Сэр, связи по-прежнему нет. Башня Атис прямо перед нами. Подойдем поближе. Они сразу не шесть. Огонь по ним. На, получай, паучка. Надеюсь, он там вынесет побольше этих говнюков. Прорываемся. Гранатки еще. Точнее, эти ищейки. А ты что тут забыл? Ай! Получил. На еще. Я вижу, как им не нравится мое оружие. Больше будет. Капец. Ну, еще и граната. Ну его нафиг, валим. О. На, теперь моя очередь. Бам. Да уж, пипец какой-то. На! Снайперы, блин. Чёртовы снайперы. Я вообще не представляю, что тут было бы на харде, там мы не вообще на максимальной сложности. Тут не пройти, не проехать. Голову ему. Отлично. Это так прикольно, цепляется на голову и взрывается. Спрятался. На, а чё, гранаты кончились? Сейчас я тебя добавлю. О, хорош, троих. СДФ рвётся к власти уже много лет, Итан. Они знали, что здесь собрался весь наш флот. Поэтому и нанесли атаку, да? Можно же было бы унести эти пушки. Кораблей-то наших много. Заложников убивает вообще беспощадно. Контакт, противник! Я подожду. Нормально так. Чё ты орёшь? Живее, Рейнс. Я за тобой. Ох ты, ёпта. Что там такое?
Что ты хочешь дать, что Итан? Это? Модуль взлома позволяет перехватывать управление ботами. Сейчас взломаем. О, давай. Так, подключился. Ха, прикольно. Самоуничтожение. Прикольно. Отличная работа, лейтенант. Это новая плюшка, типа, да, способность. Как в Black Ops тоже были способности. И тут есть. Затмение, это номер первый, как слышно? Отлично, адмирал, какие указания? Отработайте главными по башне, надо прикрыть наземных. Есть, сэр, начинаю работу. Лейтенант, поднять шакалов для поддержки с воздуха. Принято, сэр. Врача! Возмездие, это 1-1. 1-1, возмездие на связи. Крок, СКАР-3 на вылет. Работа по земле. Принято, лейтенант. Расчетная минута. Номер первый золоту. Авиация на подходе. Как только они ударят, берем высоту. Принято, номер первый. Золото на позиции. Затмение! Бою! Прорывайте марш! 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 Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Хорошо отработал, 3-1! Понял! Выходим из боя! На, там, взорвись. Можно больше вас взорвется. Тут они, блин, устроили войну. В праздник. Он нас прижимает. Мы тут принято, ну что, прощайте. Чётенько. Взорвалось круто. Цель уничтожена. Стёкся. Поднажмём. Башня на вершине холма. 3-1. Готов зайти на вторую атаку. Золото 2-4. Идите на левый фланг. 2-6. Займитесь правым. 3-1. Цель отмечена. Принято. Готова цель. Пушки, пушки, пушки. Живой. Пойти, противник! Понял! А, отсюда ты число! Подходим ближе! Влупил его в стену. Жестко. Статус! Ладно, начали! Живой тоже оказался. Блин, они крепкие, от гранат даже не дохнут. Чё им надо, блин? Авиаудар, наверное. Да я. 3-1 на связи. Жду указаний. Ну, давай, сколько. О, сколько их там. Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель отмечена! Ща размотают. Огонь, огонь! Хорошо отработал, 3-1! Понял, выходим из боя! Куда убираешь? Ой, кончились гранаты. Сейчас. Дайте вам тогда. Так, двоих. На еще. Готово. На боевом курсе.
Пипец, откуда вас так много опять стало? 3-1, цель отмечена. Аж целых 5 человек. Шакал Юнса. Хорошо отработал, 3-1. Понял, отхожу. Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Хорошо отработал, 3-1! Понял! Выходим из боя! Фу, ты закончили! Понял! Занимайте оборону! Скарп пойдет внутрь! Итан, подключись к камерам Ати! Жопа там творится, наверное! Есть, сэр! Начинаю передачу изображения! Осталось 10 кораблей. Флота Юнса. А, это вот этот вот мудак управлял. Ликвидацию системы Атис. Марш с вечер. Идем, быстрее! Итан, вперед! Пипец, ну они, конечно, вообще неожиданно проникнули в систему. В самую защищенную область. Отключай! Джекпот! Внимание всем, повторяю, джекпот! Смени робота, отведи пленника в камеру. Старшина, запускай Атис, корабли противника все еще здесь. Так точно, адмирал? Силы САТа засели снаружи и развертывают БП. Понял. Пойдем посмотрим на этого ублюдка. Осмотреть его надо. Обойдусь. И документы есть. Это он. Майкл Аарон Пейдж, инженер-механик, стаж 2 года. Спящий агент СДФ. Имя не мое. Это клич. Вы еще имена забираете, мудаки. Твое имя. Командор Акил Минрая. Фронт обороны колоний. Операция на Европе. Ты начал войну. И я ее не закончил. Получишь ты ничего, мудак. Адмирал, данные о целях для Атис почти готовы. Быстро ты, Итан, молодец. Вы оттягиваете неизбежно. Увести. Марс, вечер. Стоять, десант. Дай мне 5 минут наедине с этой тварью. Солт. Столько невинных жертв, Рейс. Отомстим за них в бою. Еще и смеется. Ладно. Готово, сэр. Пошли. Внимание всем! Это СКАР 1-1. Атис снова под контролем ЮНСА. Повторяю, Атис под нашим контролем. СДФ отступает. Рейдер главному. Нам с лейтенантом Солтер нужны птички. Есть, сэр. 3-2, сопроводить их к вашей позиции. Подтверждаю. Это наша птичка неплохая. Что, сейчас полетим в космос? Первый полет. Итан, это за нами. Итан, наверное, со мной. Итан, ты с лейтенантом Рейсом. Да. Есть, сэр. Чума, заводи. Принято. Сейчас будет круто. Стартуем. Смотри, что они наделали, Рейс. Остается отомстить. Да, расхерачили тут попец. Один-два принято, и мало не покажется. Возмездие, это десант, затмение. Десант, по местам. Идем на взлет. Слева по борту. И музыка такая классная. Полетели. 1-1, хороший тяг. 1-1, хороший тяг. Идем на номинале.
50 тысяч высота. Уже 148 километров. 180. Ну, уже почти в космос. Сопротивление атмосферного уровня. Ждите смены вектора. Открыты. 248. Ничего себе высота. О, да тут пипец какой-то. Вон флот бомбят. Да, вижу. Сейчас мы туда... Мерзавцы. Весь флот расхерачили. Жестко. Захват взял, убил. Сколько их тут вообще? 5, 6 или 26. Ну, вот захват это помогает. Навестись на него. Прикольно. Звездные войны, блин. В космосе. Отлично. Сколько я тут? Еще два. Он уходит. А, еще двое. Все? О, сейчас мы его расхерачим. Ублюдки. Что, не успели свалить, да? Всем бортам САТА! Огонь по эсминцу противника! Все пушки, блин, на него. Что, не нравится, да? Тебя бросили. Не надо взрываться. Ох ты, матерь Божья. Он круто взорвался. Эскадрилья, это Скар 1-1. Один лишь мусор остался от него. Ну вот, летим. Отходим, заправляемся и продолжаем погоню. Пипец, круто, конечно. У меня тут странные показания. Аналогично, проверка... Какого? Нифига. Что это? Скар, сосредоточить огонь на суперкрейсере. А, одним выстрелом крейсер расхерачивает. Чё там за пушка такая? В трансформерах, наверное, украли, когда одним выстрелом в нос. Это твой корабль, да? Сейчас мы его разнесем. Ну вообще, что броня, что пушка, где они такое надыбали-то, технологии. Это, знаете, как в Killzone, тоже Хилган напал на землян. У них тоже продвинутая система была. А Хилган тоже как бы люди, ну то есть видите, они вот позаимствовали, наверное, идею Killzone. Давайте, мочите его. Удирает. Бар прыжок сделал. Прыжок. Внимание всем. Противник отступил. Сволочи. Рей, Салим поставил нас без флота. Возвращаемся на базу. Летим к возмездию. Веди. Принято. Возмездие, Скар-1, разрешите посадку. Принято. Посадку разрешаю. Полоса 2 Лима. Принято, 2 Лима. Начинаю заход.
Выполняю захват. Ждите. Да, хорошо повоевали. Еще хочу. Чарли, Дельта, принято. Да, и наш крейсер тоже подбили. Серьезно. Возмездие, это 1-1. Грок, что у вас случилось? Столкновение! Много раненых! Носилки сюда! Лейтенант Рейс, вы нужны здесь срочно! Мостик, отбой! Слышал, Солт? Да. С посадкой полная лажа, Рейс. Посадка неудачная. Крепеж, Солт, наверное, чего? Не работает, да? Еще жив. Итан? Прекрасный, сэр. Гибсон, нас надо вытащить. Пытаюсь, 1-2. Врыв троса. Можете снимать маски, лейтенант. Есть. Да, что за загрузка? Давай. Арматурой, правильно. Чертовски рада вас видеть. Клус, помоги ему. Отправь шакал в ремонтный ангар. Есть, мэм. Проблему у нас хоть отбавляйся. Это точно. Старшина первого класса Итан, это Гибсон, РП Возмездие. Вот мы и на Возмездии. Или его останках. О чем думал, Олдер? Оповестите мостик. Скажите, мы хотим повидать капитана Олдера. Мостик недоступен с самого начала атаки. Итан, иди с Гибсон, слушай ее. Ясно. Что с потерями? Многие вернулись. В Кар-2 на борту. Кроме них, только вы. Не говори. Все очень плохо. Посмотри. Нам нужно встретиться с капитаном. Да. Мы не жертвуем экипажем, причисленным превосходству врага. Идем на мостик. Давай, инфузор, быстрее. Всем командирам собраться на мостике. Пипец, столько пострадало. Всех командиров вызывают на мостик. Черт. Надо было схватить. Да. Как не нас? Я же мог. И не до парадов. Да, теперь не до парадов, это точно. Всем командирам собраться на мостике. Повторяю, всех командиров вызывают на мостик. Не закрывай глаза, слышишь? Капитан в ответе за своих людей. Ему стоило отступить. Дверь завалена. Давай. Толкай. Не выходит. Давайте помогу. Штаб-сержант Амар. Капитан принял трудное решение. У нас есть погибшие. Их могло не быть. На войне не без жертв. Я понимаю, лейтенант. Противник отступил. Капитан выполнил долг. Долг капитана вернуть людей домой живыми. Не всегда. Но стараться надо. Дорогу для капитана. Где он, Боц? Где капитан Олдер? Вот он, сэр. Крок? Капитан мертв. Сгинул с корабля. Нормально. И чё, мы теперь капитан Шепард? Его тоже нет с нами. Он погиб при ударе? Да, сэр. И кто теперь за главного? Зато спектры не числятся. Как старший по званию офицер, полагаю, вы, сэр. Челнок с Тигра готовится к посадке на наш корабль. Ясно. Радар включен? Пока да, сэр. Подготовьте ворона к эвакуации. Я хочу немедленно вывести раненых. Выпускающий, готовьте нас к отправке. Принято. Инженер Макалум уже идет. Штаб-сержант, на вас можно рассчитывать? Я сделаю все, что нужно, лейтенант. Солт, ты со мной? Всегда. Крок, установи связь с адмиралом. Принято. Связист Стратком, номер первый. Принято. Капитан Тигр на борту. Капитан Феррон. Лейтенант, кто командует? Лейтенант Рейс, командир Скар. Капитан, что с кораблем? Целы. Сэр, адмирал Рейнс на связи. Давай. Капитан Феррон, дамы и господа, рад вас видеть. Сэр. Позвольте мне разъяснить ситуацию. Мы в состоянии войны с фронтом обороны колоний. Капитан Олдер применил силу и обратил противника в бегство. На сегодня Тигр и Возмездие — единственные корабли на нашем флоте. План у нас простой. Нужно любой ценой выиграть для Земли время, пока мы строим флот. Поняла, адмирал. Тигр к выполнению задачи готов. Сегодняшняя атака не ограничилась Женевой. СДФ также нанес удары по грузовому порту на Луне. Без грузов проходящих через... Так что, следующая остановка на Луну, да? Флот. Ваша задача — вернуть нам порт.
Лейтенант Рейс, вам присвоено внеочередное звание. Теперь вы действующий капитан возмездия. Вас понял, адмирал. Защитите наш дом. Попутного ветра, капитаны. Конец связи. Да, задача будет сложной. У нас нет авиакрыла. Обойдемся. Пехоторе не привыкать, лейтенант. Мы возьмем десантников с возмездия. Я обеспечу прикрытие с Тигра. Пора за работу, капитан Рейс. Будьте бдительны, все вы. И вы, капитан. Задача непростая, капитан. Оружие и снаряжения у нас немного. Мы с лейтенантом Солтер тоже отправимся. Это наземный штурм. Место капитана на мостике. Только не мое. Не в этот раз. Сначала десант. Пойдете с нами. Посмотрим, что выйдет. Сбор на колодезный через 5 минут. Принято. Поехали, Крок. Лунный порт. Есть, сэр. Прокладываю курс. Сообщу о готовности. Да, на мостике не хочется стоять. Хочется воевать. Рабочий кабинет капитана Олдера теперь ваш. Учтите, там остались его вещи. Спасибо, босс. Непобедимому капитану Джону Олдеру. Капитан погиб. Да здравствует капитан. Эй, Ник. Да. Ты справишься. Никого лучше нет. Ты преувеличиваешь, Нора. Ничуть, Рейдер. Ага. Я дам тебе время. Ну что, ребята, вот за это время мы уже стали капитаном. И вдали от земли находимся на корабле «Возмездие». Будет еще много у нас заданий сложных, но мы справимся. В общем, увидимся в следующей серии, ребята. Всем до скорого и всем пока.